Давай, Димон, за тобой. Давайте. А группа нормально так. Не, за арсониста. А кто же Димон? Петра 16 кама не отбивать, и вообще кабель бомжара, ничего не, нормально не продает. За монет копы, наверное, предложение это ничего. Нормально. 16, как говоришь? А у тебя сколько? Я на стандарте, не знаю, штук, наверное, блядь. 50 тысяч где-то есть точно. Ну так это стандарт. Их некуда вообще девать, блядь. Типа нахуй монетки, блядь. Короче, тебя дослаб, но я же говорю. Спарки вас спать не станет. Нормально. Конечно, крита не достаточно. Но мне кажется, что, будет. По опыту у вас там идет что-нибудь? Да, я полный уровень. 25700. Под зарядами Серега вообще будет топ. Чувствую, под зарядами можно будет даже чью убить. Бля, где карты? Почему карты не падают? Вот это мне интересно, блядь. Зачем они тебе? Ну как бы надо, блядь. Не знаю, мне как будто в соло больше качек, блядь. Ну, мне кажется, со скайпожами у меня не есть, так много не будет. Соло тебе лучше, потому что ты твои карты ты не разбал. А тут ты на высоту себя. А, нифига, мне со скайпожами. Позже дают же 75 где-то есть, да? Я повыше шмозера делаю. Нормально выдавал. А, мне эти дают всего 50. Да, так что у меня есть обе так. Как он, блядь, я не знаю. При моторе ебусь. Зато я фласку тиары смогу убрать. И у меня не будет станов каких-то. То есть у меня фласка заканчивается, мне станет. Как говнище такое. Не умею лагать нормально, кстати. С твоим железом у меня тоже чуть-чуть там микрофризируется. Не знаю, мне ком за 25 и дать, и все отлично. Есть просад? Нет. Профа минимальная просто. Не знаю, я вообще ничего не болел. Попробуй. Ноль. Спасибо, конечно, за хач, но я...